Одна из задач фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нураней» – создание необходимых условий для активного участия ветеранов в укреплении духовно-нравственных основ обновления и развития Узбекистана в общественно-политической жизни страны, вовлечение пожилых людей в общественную деятельность, направленную на воспитание молодежи в духе почитания многовековых традиций нашего народа, таких как любовь к родине, уважение к людям старшего поколения, проявление доброты и милосердия. В рамках этой работы региональное отделение фонда, в том числе и в Алмалыке, в каждом районе Махалле организовывают встречи жителей с активистами собраний пожилых людей и школ бабушек. В нашем городе эти мероприятия проводятся в соответствии с планом-графиком. На одном из таких мероприятий с участием представителей Махалле имени Абдулы Кадыри и Абу Али Ибн Сино обсуждались актуальные вопросы, такие как работа с мигрантами, профилактика разводов в семьях, шариатские браки, предупреждение браков между несовершеннолетними, браков между родственниками, популяризация проведения недорогостоящих тоев с небольшим количеством людей, основы ведения работы по принципу «один старейшина Махалле отвечает за 10 молодых людей», общественный контроль старейших махалей за процессами посещаемости, воспитания и обучения в школах, пропаганда национальных ценностей. Кроме того, обсуждались возможности вовлечения в общественную жизнь одиноких пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. В этот же день председатель Алмалыкского городского отделения фонда «Нураней» Мухиддин Абдуллаев выступил с отчетом о сотрудничестве фонда с городскими организациями. В ходе беседы собравшиеся поделились опытом своей работы, дали друг другу полезные советы и обсудили перспективные планы совместной деятельности.